Королева Великобритании Елизавета II и Филипп Принц отмечают 70-ю годовщину свадьбы. В честь юбилея, который в английской традиции называют платиновым, Букингемский дворец опубликовал 3 новых фотографии монарши и 4 работы Мэтта Холиока. Они послужили дополнением к парадному портрету на фоне картин Гейнсборо. О помолвке принцессы Елизаветы и лейтенанта ВМФ Филиппа Маунтбаттена было объявлено летом 1947-го. Церемония венчания состоялась 20 ноября для страны, которая залечивала раны после Второй мировой войны. Свадьба в королевской семье стала символом надежды. 4 года спустя, после смерти герцога VI, Елизавета в возрасте 25 лет взошла на престол. В феврале 2017-го она отметила 65-летие царствования. Дольше нее на троне страны не находился ни один британский монарх. Елизавета II, принц Филипп, герцог Эдинбургский – первая королевская чета, которая отметила 70-ю годовщину свадьбы.